Традиционным для ярмарки стал межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Лучший мастер выставки ярмарки». Внимание! В этом году лучшим мастером признан Татьяна Ивановна Гаврилкина, город Котельнич. Сертификат. Добавлю, что сегодня мы договорились устроить персональную выставку изделий Татьяны Ивановны в краеведческом музее. В ближайшее время она будет организована. Приглашаем всех посмотреть на изделия. Действительно очень красивые. Еще раз спасибо, с праздником. Аплодисменты. Участники областного фестиваля народного творчества. Вот такие мы!